Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.